Контроль и еще раз контроль. Алексей Валов продолжает следить за строительством соцобъектов в Щелковском районе. В среду выездное совещание руководителя администрации началось с детского сада на 170 мест в Первом Советском переулке. Сейчас здесь в ускоренном темпе ведутся монолитные работы. По словам застройщика, на площадке работает 51 человек. Крытие заливать будет. Они вот готовят только стол, Алексей Васильевич. А? Перекрытие заливать на этой неделе начнут. То есть уже готовите сейчас, да? Да, да. Ну, в принципе, к концу октября могут и... Про что сегодня говорили на совещании, то, что стол должны закрыть полностью. Первый советский переулок долго раскачивается, быстро едут. Уверен, что там тоже побыстрее все пойдет. Высокий темп работ в строящемся детском саду на 240 мест бассейна в Медвежьеозерском поселении, что на улице Юбилейная. Строители заканчивают с монолитными работами на третьем этаже и уже приступили к кирпичной кладке. Каменные работы на цокольном и первом этажах будут завершены в ближайшие дни. Монолит до конца октября закончите? 28-го задача закончить монолит. Видим, что сроки сокращаются. Достаточное количество и рабочих, и техники. Второй детский садик, возводящийся в поселении, расположенный в новом городке, пока не радует темпами строительства. В будущем дошкольном учреждении на 140 мест до сих пор идет монтаж опалубки и заливка бетона. Сколько сейчас человек на объект? 54. 54? Да. Не с техники одна, да? Нет, почему? Пока еще вот питается. Вот второй кран пришел, сейчас будем ставить, разворачивать. А палубу когда завезете? Сегодня после обеда забираем стеновую полностью доукомплектовать. Договор заключен по бетону? Да. То есть как только ставить опалубку, да, пойдет непрерывно? Да. Последним пунктом выездного совещания стал микрорайон Анечково. Совсем недавно здесь начались работы по возведению детского сада на 220 мест бассейном, строительство которого идет в рамках инвестиционного контракта. Пока идет заливка фундамента, строители выходят на каркас первого этажа. И несмотря на то, что бригад во время приезда руководителя администрации не было, Алексей Валов доволен работой строительной компании. По объяснениям охраны, весь персонал на обеде, но тем не менее... Если вы помните, что было буквально 20 дней назад, то сейчас, конечно, изменения разительные. Работы ведутся. Думаю, что они должны справиться. До 15 декабря, как мы говорили. Срок сдачи всех перечисленных социальных объектов – 15 декабря, поэтому темпы строительства должны расти с каждым днем. Алексей Валов обещал через несколько дней также проконтролировать ход работ в детских садах. Мария Масайли, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».